Девушки, всем привет! У нас сегодня шаблюль, новинки. Асель очень просила не задерживать и показывать то, что я привезла от Рунена, как можно быстрее. Асель, вот твою честь, отодвинула тут все и показываю именно шаблюльчик. Значит, сегодня 1 мая 2022 года. Я очень люблю месяц май и надеюсь, что принесет он нам положительные вести и что-то доброе и хорошее. Значит, первое, что я вам хочу вам показать, это кольцо натуральная жемчужина 1775 артикул. Это кольцо спиннер, то есть крутяшка. Вот она. 18 размер. И цена у этого кольца или $74, если это в долларах, курс 3,2, или 246 шекелей, включая НДС. Так, колечко номер 2. Это 2665. Одно время очень была популярная модель, ее часто заказывали. Вот я ее увидела, вспомнила и подобрала с нами вместе. Со мной она уехала. И вот вам показываю. 18,8 это классический 9 американский. Цена $59 или 199 шекелей, включая НДС. Вот такая вот интересная сумма получилась после подсчета. Именно 199 или $59. Сколько оно раньше стоило, если честно, я уже не помню. Но уже это и не важно. Как я поняла, за последние 2 года тенденция идет только к удорожанию всяких предметов, которые нам очень хочется купить. Вот такое красивое. Еще раз, $59, 199 шекелей, номер 2665, размер 9 американская, 18.8, мне на 19, вот оно, красиво село. Что-то у меня скорые там воют. У меня просто трасса тут проходит недалеко. И очень часто, когда едут. Так, вот это, ребята, серьги с очень интересным кодом. Код PZI16. Что это значит, не знаю. Честно сказать. Жемчужинка, то ли ее надо отполировать, она немножко как шершавая, что ли. Но выглядит красиво, радужная, чуть-чуть как царапучки на ней. Цена $42 или 142 шекеля, включая НДС. Сюда можно поменять на украинскую швензу, в принципе. Вот так с тыльной стороны смотрятся эти серьги. Очень интересный кулон мной был обнаружен. И этот кулон не находится в каталоге почему-то. Есть у него номер, это 4386. Но я искала в каталоге, он пропущен. Иногда это происходит из-за того, что на украшение дается определенному покупателю билет-диют, то есть эксклюзивность. И такие вещи как бы случайно ко мне в руки попадают, и потом мы уже запоминаем код и просто уже просим, и нам заказывают. Вот, так что если мы этот код потеряем, мы этот кулон опять не сможем обнаружить. Значит, он не дешевый, ребят, сразу вам говорю, потому что двусторонний. То есть, как бы здесь две половинки перламутра, которые объединены вот общей такой решеточкой серебряной, цепочкой и довольно длинная цепь основная. Мне он очень понравился, надеюсь, что вы его оцените. Цена $99 или 330 шекелей, включая НДС. Уж очень он милашка. Значит, еще раз, код его 4386. Я его попробую где-нибудь себе записать.
Потому как если мы его затеряем, то уже не сможем найти и заказать. Вот такая кисточка очаровательная. И такой же товарищ, тот же код, та же цена, только с бирюзой. Бирюза, как известно, в шаблюле натуральная, но прессованная из крупных кусочков. 95% бирюза, 5% смола, которая крепит эти кусочки. Все это проверено в гемологической лаборатории. И вот такая же у нас есть штучка. Видите, как сделано? То есть это два идет кабошона, которые закрыты вот этой вот сеточкой, и ощущение круглого камушка получается. Вот два таких вот красавца. Давно мы не видели наш любимый губка Боб с гранатами. Если кого-то интересует, кстати, у меня, по-моему, есть бирюзой. Это же модель. Вот я увидела, забрала. Подумала, может быть, кому-то нужно под его кольца. Очень всеми любимый. Его вообще нереальных количествах купили этот набор. И гранат это была самая популярная вставка. Вот. На сегодняшний день это стоит у нас $56 или 188 шекелей, включая НДС. Его код 447. Но когда у меня спрашивают губка Боб, мы сразу знаем, что это. О чем, собственно, речь? Ребят, мне кажется, что у меня мутновато видео в этот раз выходит. Но вот поправляю фокус, что-то не срабатывает. Ощущение, как чересчур много света, что ли, непонятно. Так, и 613 булавки ромбиком. Кто-то, кстати, из девчонок просил. Тоже была у него лишняя пара, экспроприированная мною для вас. Вот она. Вот так они застегиваются, булавки. И тоже у меня, по-моему, есть бирюзой такие, если кого-то заинтересует. Так, цена на сегодня 172 шекеля, включая НДС, или $51. Курс 3.2. Так, вот такой вот браслетик с бегунком. Очень модная у молодежи модель. Ну, не только у молодежи, Пандора используют. Закрывать вот таким вот образом второй рукой на ту длину, которая вас, собственно, интересует. Значит, такой браслет стоит 220 шекелей, включая НДС, или $65. Его код 1849, если захотите его потом заказать. Натуральный жемчуг и бусинки серебряные. Вот такой же точно принцип, но это вот, наверное, на более мелкое запястье, потому как эти хвостики совсем короткие. У меня 16,5, вот если впритык. Если не впритык, то получится вот примерно вот так вот. Серебряные шарики, какие-то такие якоречки. Нет, это не якоречки, это скорее на штурвал похоже, морской. И 175 шекелей. Или $52. Сейчас посмотрим его. Видите, он довольно-таки маленький. То есть это на тонкое запястье. 1574 номер этого браслета для заказа. $52, 175 шекелей.
Хочу вам сказать, что браслетиков таких у меня два. Так что, если вдруг будет желающий, у меня их два браслета. И вот эти браслеты тоже пришли, две штучки. Значит, у них идет размер вот на мое запястье 16,5. Среднестатистический. На карабинчике. Желтые шарики — это Goldfield. И, соответственно, серебро. Так. По цене это дело выходит $59 или 199 шекелей. Тоже у меня таких браслетика два. О, это со второго каталога, тот, который мы называем секретным, хотя он уже никакой нам не секрет, но у нас есть уже и коды, и можно войти туда так же, как и в главный каталог Шаблюля, и погулять. Кстати, он не работал на празднике, исправили они там проблему, так что кто хочет, можете заходить, у кого код есть доступа. Продесса, по-моему. То есть первый каталог Шаблюль называется, второй Продесса, если не ошибаюсь. Вот, так, это колье с удлинительной цепочкой оттуда, лабрадорчик, как вы видите. Его артикул К156. Так, и сейчас посмотрим цену. Так, ребят, 360 шекелей, включая НДС, или 109 долларов. Хорошая толстая цепочка. И цепочка удлинительная, очень красивая колешка. Девочки, наша любимая модель проволочки, ну моя так точно, давно не видели. Сейчас у меня в заказе кто-то просил проволочки из опала, сегодня я как раз проверяла. Вот, и с гранатом, вот, пожалуйста, есть, кому нужно. $54 или 182 шекеля, включая НДС, 246 код, 246 на них. При заказе имейте в виду, что можно и мелкие камушки тоже менять, скажем, на мини-жемчужинки. Вот с бирюзой, например, очень красиво смотрится, когда бирюза, а здесь жемчуг. Ну, в данном случае это два граната на каждой серьге. Французская петля с крючком. Так что забирайте. Так, ребята, Сваровски. Не только пятый завод делает эту вставку, но и Шаблюль. Бывают они черные, серые, синие. Вот в данном случае синие. Вот кто-то из девочек, кстати, просил кольцо к серьгам и кулону от пятого завода. Я вот когда увидела, вспомнила, думаю, может быть, захочет вот такое кольцо догарнитурить, потому как вставка одинаковая. Это у нас 19 размер, 18,9, классический 9 американский. 190 шекелей, включая НДС. Очень красивое кольцо. Или $57. Кстати, эту модель, если честно, раньше не видела. 24, то ли 08, то ли 24-18. Не совсем понятно. Ну вот, как вы это видите? Наверное, единица, да, все-таки? Непонятно. Ну, как-то так. Вот, очень красивое кольцо. И, по-моему, есть еще одно похожее. Сейчас посмотрю. Да, действительно, было еще одно. Вот немножко по-другому сделано. Тут, в общем-то, голова кольца. Видите, она такая вот аскетичная. Зато такая резная, прикольная шинка. Тоже я не видела раньше эту модель. Впервые вижу. Вообще, Шаблюль поражает тем, что сколько ты с ним не работай, все равно каждый раз что-то новое приходит. И тут есть еще одна вещь, которую вам сейчас должна показать для сравнения. Значит, оказывается, Сваровские тоже бывают разного размера. Видите, это предыдущее кольцо. А теперь смотрите вставку этого. Я не знаю, насколько вам это видно, но Сваровские вот в этом кольце мельче, чем в этом. Но ну и логично. Вот все, кто занимается бисером, знают, что Сваровские идут по размерам всегда.
И вот, собственно, да, беконусы. И здесь это явно видно. Значит, еще раз по ценам. Это кольцо 208 шекелей или 62 доллара, но чуть-чуть дороже, чем предыдущее. И здесь у нас довольно большой размер. 20.6. 20.6. Вот такая вот красота. Ребята, отпишитесь, как вам картинка. Мне все-таки почему-то мутновато кажется. То ли очки надо. Может, всем хорошо, это только мне что-то не то. Так. Ребят, я видела у Ронена серьги, эти наши любимые листики, это модель 315. По-моему, еще у меня оставалось к ним где-то в моем загашнике, извините за выражение, в моем схроне колье. Либо колье недавно купили, либо оно еще там есть. Вот я увидела серьги и захватила. 54 доллара или 182 шекеля. Значит, с гранатами. Если честно, у него еще там были с розовым кварцем, еще с чем-то, но я не стала брать, потому как, по-моему, с прошлого раза еще осталось, никто не хотел. Но вот гранат, мне показалось, кольешки, которая недавно была в видео, все-таки, наверное, было бы неплохо. Так что, кому нужно, обращайтесь. Жду в комментарии. Чем любимая мною модель. Я как-то говорила, что я тоже хотела для себя такие серьги. Я так и не решила, с какой вставкой лучше. Потому как все висюльки очень красивые. Ну, созрею когда-нибудь. Так, ребят, у меня с прошлого раза остался очень красивый комплект. И мне кажется, что, ну, все непременно нужно его показать. Это кто-то из девочек его заказал, потом отказался, но они уже забрали в производство. В итоге он оказался у меня, но он очень красивый. Значит, вот такой вот браслет с опаловым стеклом, или опалит, как у нас на иврите его называют. Браслет 316, 105 долларов. В принципе, для заказа, если кому-то нужен такой браслет, сюда можно разные камушки вставлять. Ну, в данном случае просили с аполитом. К нему сделали серьги. Мы сюда и швензу тоже поменяли. 57 долларов. Кстати, есть к нему, в принципе, в теории и кулон такой же точно, если кому-то нужно. Вот, видите как? То есть кто-то хотел именно ромбики. И заказали сюда кольцо из Губка Боб. Хотя вы знаете, что в Губка Боб свои серьги. Вот недавно, 5 минут назад показалась граната. Но попросили вот такое. Это 18 размер. То есть кольцо на 19, но мало мерит. И получается у нас вот такой, по-моему, очень здоровский комплект с аполитовым стеклом. Очень ярко смотрится. Вообще, это одна из моих любимых вставок. У меня много своих украшений, именно не шаблюлевских, а вот как бы разных, даже индийские мастера. И сама я собирала, когда еще делала украшения. То есть очень люблю эту вставку. Очень редко мы ее почему-то заказываем, не знаю, как-то мимо проскакивает. Ну вот, появилась. Значит, если я что не сказала, только на кольцо, я не сказала цену на кольцо, 50, 53 доллара, 57 долларов серьги, 105 долларов браслет. А еще, ребята, совершенно случайно я забыла вам показать, когда показывала недавно аметисты. Вот это колечко, но как-то отдельно лежало, я его не увидела. 54 доллара, это еще старая цена.
Здесь у нас аметисты граненые, кабошончиком. Не черненая. Это 5-й завод, 18-й размер. По-моему, было такое же точно. Илана забрала его себе. То ли похожее, то ли такое же. Ну, вот это еще одно кольцо я нашла. 18 размер. Реально очень красивое, действительно. И цена старая. То есть с тех пор это все уже давно подорожало. Так что кому нужно, забирайте. А еще, ребята, я вам хочу показать три кольца. Это 5-й завод. С дымчатым кварцем. Я их отдельно отложила, чтобы показать именно как сет. Но совсем забыла про них. И в итоге вот сейчас отдельно вам покажу уже с шаблюлем вместе. Значит, кольцо номер один. Его номер 4107. $71. Очень красивая шинка. Дымчатый кварц натуральный, граненый. 19,4 размер. Так. Далее, кольцо номер 2, его номер 4108. Тоже очень красивый камень. $71. Довольно тяжелая, массивная. И крупный размер. 19,7. Так. И третий, это $71. Они все в одну цену, но номер у него 4109. Вот такое кольцо на 18 размер. Не черненое. И довольно большой камень. Это у нас 5-й завод. Девушки, и последние две пары покажу вам. Вернулись мы в шаблюль. Это еще раз хочу показать губка Боб с бирюзой. Как я и говорила, что у меня имеется такая парочка. 180 шекелей или $54. И самая последняя на закуску. Очень красивая модель, которую я нашла на заводе в свое время, когда я там копалась у них в всяких интересных залежах. Значит, вот такие вот. Я их показывала, их отложила девочка. В итоге она потом решила их не брать. Они для нее крупные. Мы поменяли швензу на украинскую. Цена, ребята, $67. Это чароид натуральный и вот такие полусолнышки. Есть кого-то... Кого-то заинтересует, я не знаю, есть ли на заводе камни, но я сегодня искала кулон для девочки одной и случайно обнаружила, что к этим серьгам есть еще и колье. Вот, так что, но это опять же, это только если есть камушки. Вот такие красивые очень серьги, $67, натуральный чароид, украинская швенза, израильское серебро, шаблюль. Все вместе. Так что забирайте. Все, всем пока, целую. Если есть вопросы, пишите в личку. Хочу всем напомнить, я уже это целую неделю говорю, у меня произошел мини-катаклизм, у меня стерся WhatsApp полностью. То есть вся переписка за все года и века у меня пропала. И осталось только вот буквально, да ничего не осталось. Поэтому если кто-то что-то от меня ждет, а я все не пишу и не пишу, позвони мне, позвони. Напишите первыми, потому как все, нет, у меня ничего не сохранилось. И задайте свой вопрос с самого начала и желательно с фотографиями того, что вам нужно. Всем пока, до следующего видео. Разумеется, нет войне и надеюсь, что май нас порадует все-таки этот месяц. Ждем мира. И плюс я еще отдельно жду черешню. Скоро уже она должна, по идее, появиться. Целую!